высказать соболезнования всему народу нашей дружественной России, национальному народу, руководству Российской Федерации, высказать слова возмущения тем событиям, которые произошли, и высказать слова поддержки всему народу в эти трудные минуты. Конечно же, всем погибшим, которые ушли в другой мир, вечная память. Молдавский народ рядом с народом России. Спасибо большое. Владислав Пержу. Это был. Люди подходят. Кто-то был? Здравствуйте. Мне сказали, еще, да, еще... вот мне Рита сказала, ага. Что были три партии. Ага. И просто вот люди простые да, проходят. Да, и... угу. Да, можно будет туда постоять. Да, да патриотцы Молдовы, там, ага. Бурьевы и партия Шорова. Угу. Вот как раз представители от них сейчас были. Ага. И дальше, а, да, я видела. Знаю, может быть и другие, я не знаю. Не было информации, мне угу. Просто... Это вас в ТикТоке, да, блокируют? В ТикТоке видео, да. А в Фейсбуке вчера вообще удалили. Да, вообще, я даже не заходила. Вообще всех удалили, потому что я сегодня утром встала, посмотрела и даже не расстроилась, потому что я знаю, что это приходит каждый день такие уведомления, так даже не расстроилась. Просто, ну ладно, так. Обидно, что люди не могут узнать правду. Вот это обидно.